с 4-ядерным процессором. Он одновременно сейчас заливает готовые видео на YouTube и записывает новые видео одновременно. FPS скачет. Загружаю незаконченную, недоигранную игру. Раз, контрабас. Тут что написано? Когда универсал... Щиты эффективны, когда блокируют артиллерию и ракеты тактические. Они не блокируют ядерные ракеты. Щиты. Дальше. Если ты установил патруль для фабрики, все юниты, которые она произвела, автоматически идут по этому пути. Что еще? Если ты захватил инженера или фабрику, то ты можешь использовать их юниты и другие фабрики. Скрываю FPS. Так, тут у нас моя артиллерия, их артиллерия. Ага. Сейчас разведаю. Где мои самолетики-то строятся, нет? Ой-ой-ой. Где криптор? Готов криптор. Криптор сейчас им покажет. Ну-ка, вылазь туда. Где-то ноги. Готовый он, Сколько у него прочности у него? О, у него почти готова прочность. Покажу им всем. Криптор. Так, кто здесь строит щиты? А, не успею там построить щиты-то здесь. Старый инженер какой-нибудь. А, вот этот. Этот инженер. Может успеет. Успеет, нет? Если прямое попадание будет, то инженеру кранты. Ну-ка, построй что-нибудь. А я пока прокачаю кого? Танчики. Смотрите, прокачанные. Ой. Попали. Разочек. Ладно, танки прокачаю. Давай, щит, достройся щит. Есть щит готов. Все. Так, криптор, давай стройся. И на куда-нибудь, куда мы будем, где мы будем собираться? Здесь. А. Нет. Здесь. Вот здесь. Вот здесь. О, какая мощная атака. Звуки меня пугают, такие взрывы сильные. Но вроде мои щиты сейчас не пробиваются. Чё этот джиер стоит, скучает просто. Чё он поставит? Надо пару электрических поставить, чтобы ремонтировали что-нибудь. Конвертирую. У меня уже избыток материи, энергии. Так, сколько произвели противоядер? Все, максимум противоядерные у меня построен. Ага. Криптор-то на поддержке. Его ремонтируют. Так, один инженер будет криптору строить щиты. Ой,
Где он? А, ну недалеко. Так, и один инженер, другой. Пусть этот построит. Здесь щиты. Ой. Давай здесь щит построим. И артиллерию. Может, поможет. Гаденыш. Толстяк все разломал мне. А инженер пошел как где не надо. Через опасное место. О, еще один криптор идет. Где он? Куда он идет? Куда он идет? Куда он идет? А, ну ладно. Пусть идет туда. Так, здесь криптор сдержал мою позицию. Так, один щит надо здесь поставить. Хотя бы один щит. Хотя бы один. Да. Давай поставь здесь пару щитов. Хорошо, щиты еще. Нет, и здесь. И здесь. Да. Моя тяжелая артиллерия. А это что? Щиты строить будет. Одного инженера надо позвать на помощь сюда. Ай-ай-ай. Больно-больно. Так, что у нас с наукой? Следующий качать. Ой, ой, кто-то ко мне пришел. Что взорвали? Что взорвали? Что не взорвали? А, толстяк. О, видно толстяка. А ко мне идет криптор. Да? Где он? Криптор идет. Еще должен криптор где-то. А, вот он. Идет. Иди сюда. Куда он идет? Сюда. Кошачьими какашками пахнет. Кот насрал. Или поел. Понятно. Ладно, что? Иди, иди, криптор. О-о. А ты куда идешь? Вонище, ладить. Пойду смотрю. Это воняла картошка, стухшая, протухла картошка. Так, ты сюда, под щиты иди. Под щиты. Все равно воняет. Чем-то. А, короля Криптора надо прокачать. Толстяк сейчас попадет под раздачу.
Давай, толстяка, мочи. Мочка не толстый. Опа! Вот тебе, вот тебе толстый чувак. А, бомбардировщики. Нет, нет, нет. Где обратно? Где мои истребители там все? А здесь они. Валите сюда, самолетик. Ну-ка, бомбани его. Давай, я тебя прокачаю. Бомбани эту толстяка. Так, так. Ну-ка, еще один удар. Толстяк убежать не может, ему танки не дадут убежать. Пускают его, а тут мои самолетики рядом. Так. Котор отступает. Так, это далековато. А нет, это далековато. Далековато. О, вот это. Открой-ка мне пару щитов. Бьют. Знают, что бить надо. Так, производство непрерывно, надеюсь. Воздушный фабрик. Разбили щиты. Опа, как тут ядерная прошла бомба-то. А. Да, здесь не прошла, а там прошла. Нашли слабое место у меня. Все-таки нашли у меня слабое место. Так, ты инженер, построй здесь радар уже. Ладно, раз здесь у меня получилось укрепиться, противоядер стоит. Оу-оу, что еще? Так, это где? Это здесь? Самолетики, самолетики еще. Самолетики. Давай. Так, криптор. Иди сюда пока. Один в поле не волен, даже криптор. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ты построишь здесь. Пожалуй, вот эту штучку. Сейчас. И потом. Такое интересное. Так. Strategic launch detected. Так. Так. Щиты. Парочку щитов. Ну и вот. Чуть-чуть. А! Ай! Ой! Мои щиты пробили. Так, надо еще щиты здесь поставить. Там, 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 сям. Щиты надо поставить. Инженер какой-нибудь мне нужен. Свободненький. Так, ты где будешь? Ты поставишь противоядерку здесь. Да, вот здесь. Почему нет-то? Сейчас она появится. Опа, я без конвертеров остался. А энергия, а у меня ресурсы заканчиваются быстро. Надо компенсировать потерю. 6. 9.
Так. Еще какой-нибудь инженер. Смотрите, здесь. Опа, его грохнули. А, нет, не грохнули. Шесть. Семь, восемь, девять, десять. Strategic launch detected. Зет. Угу, все. Энергии много, а материи нет. Щиты. Щиты стоят, самое главное. Так, вы втроем, пожалуй, сейчас базу будете разносить. Вчетвером. Ты иди сюда, и вчетвером у нас база будет. Самолетиков-то нету. Давай, истребитель, поставь. Несколько. Все, криторов прокачал до максимума. Щиты. Что еще? Конвертирую материю сразу. Ну давайте, 4. Вы все сделаете. Все, что надо. Всем кранты. Можете, давай. Битва, битва. Так, ты иди один на ремонт. Ты на ремонт иди. А, здесь его... Короче, один пошел на ремонт. Против нас. Ты иди вперед. Все, втроем сейчас они сделают остальное. Ой! Как так? Это были, видимо, эти... Бомбардировщики. Подлетели самолетики, подлетели что ли? Или ядерка? А я не знаю. Как удивительно, быстро я продул. Так, статистика. У меня 390 тысяч очков. Что это значит, не знаю. Так. Я убил 1220 юнитов и построек. Эй, энергия у меня больше всего, рекорд. О. И материи тоже произвел больше всех. И собрал. Тоже. Потратил меньше материи. По ходу дела. Чем некоторые. Так, исследование очков меньше чуть-чуть. Сохранить реплей. Эти реплеи мало места занимают. Можно сохранять. Так, запись сейчас оборвется и начнется новая запись. Проверяю теорию.